Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Rise of the Tomb Raider. И надо добежать до толстяка Ионы, который, быть может, предатель какой-нибудь. Оп, на камушек, оп. Молодец, и не промокла. Иона. Ужасно выглядишь. Ужасно, но радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара. Софья, рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. Все-таки его нашла. Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Вот. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас, он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп! Вот оно. Китеж не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китеж должен быть здесь. Вход в Китеж находится здесь. Ты знал. И он все расскажет. Лара. О, нет. Нам надо поспешить.
Троица скоро поймет, где находится источник. Но мне надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно. Если Иона еще жив, то его наверняка держит в бывшем советском лагере. Как бы мне ни прийтила сама мысль, куда возвращаться, я не могу оставить его на растерзание Троицы. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь. Широкие верхолазные стрелы, выстреливайте стрелами для лазания в мягкую древесину, чтобы добраться в нужное место. Ну, отлично. Снова пропаганда. Снова написано то же самое. Ну, ладно. Ты перепрыгнешь туда? Молодец. Даже ничего нажимать мне не нужно было. Наверняка вот можно вернуться, вон туда вот забраться. То есть я тут уже был, да? Вот теперь можно уходить. Пусть недоумевают. Так. Ну ладно, давай здесь заберемся. Если так вообще можно. Надвигается боль. Давай, беги быстрее. Или ты боишься бури? Здесь я тогда всех перемочил. А нет, это не здесь было. Надо 4 стрелы. Или хватит 2? Двух хватило. А тебя к чему можно привязать? А, вон.
Лара. Лара. Не Ларка и мне тут. Рога. Надо где-то укрыться. Нормально же все было, чего ты? Дойдешь. Я лучше бы спала дальше. Нет, надо этого толстяка спасать. От него ведь толку-то нету. Вот попёрся он с нами, ну и что? Единственное, кого он помог, это когда он столкнул этого мужика. Но мы бы и без него справились. Играем же за Лару. Тропа Софьи. Что это такое? Вспомнил. И он где-то там, наверху. Невероятно. Святой источник. Он в центре старого города, погребен подо льдом. Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет? Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет. Надо верить. Меня выбрала не троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Ты будешь жить. Константин, заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Долго его допрашивать-то? Вы же и так место нашли. Он ничего тем более не знает. Ты куда прыгнула-то, овца? Заново теперь карабкаться еще.
Как дела? Стрела. Там медвежонок. Нет? Это лось. Я уже думал, медведь быть. Крок может попытаться освободить племя. Нам приказано быть настороже. Чего бы его не убить? Возможно, он еще что-то... Что это было? Да беги! Брать стрелы она не хочет. Вы только посмотрите на нее. Всего два охранника. И никто даже их потери не заметит, да? Нормально. Не зря качнул. Хоть я и прыгнул всего один раз, но прикольно же. Как в двух целиться? Стоять. Блин. Как свои навыки можно посмотреть? Хочу в двух стрелять. Пацанов. Ой, надо было читать тогда. Раз голова, два. Или я не качнул этот навык? Вроде бы я качал. А чё это одна? Ну ладно, её хватило. А что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придётся вывозить оставшийся груз по воздуху. А у него шлема не было. Да, знаешь. Его доставили на метеостанцию. Ребята, зачем? Не знаю. По рации говорили, что Анна хочет попасть под купол. Нельзя его потихо измочить. Можно? Почему нет? Привет.
болтался только. Я бы опять промахнулся наверняка. Да чё он заорал и сразу все обернулись? Так нечестно. Я тебя не вижу, ты умер? Конечно, умрет он. А мне... Ладно. Я уж хотел по стене карабкаться, как всегда. Наверное, он неподалеку. Вроде да. Бригады подрывников уже грузят вертолет. Я и не думал, что доживу до... Кто там не думал, что доживет до второго этапа? Ты что ли? Лагерь там был, да? Где мой костер? Сундук. Шлем есть? Она ведь нам пригодилась. Привела нас сюда, да? Думаешь, троица пыталась ее завербовать? Эй, нас атакуют! А как же отравление? Не давай куда кости! Я рассчитывал то, что в одного врежется, а второго отравит. Но как-то не получилось. Вышло все как-то иначе. Что? Опять мусор? Винтовочный патрон. Да, мусор. Я не умру. Давай, карабкайся, Лара. Мне это начинает надоедать. Подчинись Божьей воле! Если собрался читать проповедь... Фиона! Где он? Сейчас убьем за этого толстяка всех. Он обуза. Оставляет нас. Из-за него вот мы можем умереть, проводя спасательную операцию. Так бы давно пошли за сокровищами и достали бы их. Но нет, сейчас будем спасать, а вот когда уже пойдем за ними, там уже будет полно этих людишек. Злобных. Нет, переходим к следующему этапу проекта. Готовьтесь к атаке. Вон там!
Ты чё, тварь? Молчать. Повернулся он. Какой хитрожопый. Как он туда забрался-то? Ладно. Быстрее беги. Так и надо. Фух, я уж думал, то, что не успел. Уже предвкушал, как я заново буду это все проходить. Прыгать, бегать. Я думал, его можно будет как-нибудь на лету так прыгнуть на него, убить, а он взял и отошел. Она быстренько так добралась. Очень быстренько. Если бы она пользовалась обходными путями, то она бы еще не скоро дошла. Цело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Застрели его. Прошу. Прошу, не надо. Не слушай его. Я всего лишь делал то, во что верил. Вот тупой жердяй, а? Обыскать тюрьму. Убить всех. Сразу так делать не могла, что ли? Прости, надо было убить его. Но он был безоружен, я не смог. Ты не обязан. Прости, что втянула тебя в это дело. Думал угнаться за тобой. Они идут. Мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. У нас мало времени. Запри дверь. Запри. Ладно, проходить. Дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.